Угостили врачей. Неравнодушные ульяновцы презентовали медикам госпиталя ветеранов войн больше 100 коробок пиццы. Сейчас медицинское учреждение перепрофилировали под ковидный госпиталь. Местный бизнесмен и депутаты организовали для персонала символический обед. Откликнулся, потому что я понимаю, как это сложно, как это тяжело дается врачам бороться вот с этой заразой. Организовали для того, чтобы хоть как-то быть причастным к тому великому делу, которое делают наши врачи сегодня. Врачи и медсестры получили в подарок 150 коробок пиццы. В перерывах между работой персонал госпиталя устроил небольшое чаепитие. Спасибо вам большое. Нам очень приятно такое внимание. И мы очень тронуты заботой. Спасибо вам большое. Неравнодушные граждане уверяют, это презент далеко не последний. Символические подарки они планируют привозить сюда на постоянной основе.